Другим новостям. ЧП на Московской кольцевой дороге. Маршрутное такси загорелось на 107-м километре внешней стороны МКАД. Как видно, на кадрах, снятых очевидцами, огонь полностью охватил автомобиль. На месте работают пожарные, усиленные наряды ГИБДД. Данные о пострадавших пока не поступало. Движение на месте происшествия затруднено. Минувшим вечером серьезное ДТП с участием маршрутки произошло на севере столицы. На участке МКАД между Ленинградским и Дмитровским шоссе столкнулись автомобиль Toyota Camry и пассажирский микроавтобус. Пострадали 7 человек.